Всем привет, друзья! Собекай здоровзи! Добро пожаловать в Garden of Bonbon 4, а точнее новую подборку серии геймплея Garden of Bonbon 4. Сегодня вас ждут сразу 4 новые серии. А еще, друзья, я хочу всех вас поздравить, потому что через несколько дней наступают летние каникулы, а возможно, у кого-то уже наступили. И если бы вы хотели, чтобы каникулы никогда не заканчивались, обязательно поставьте лайкусик, не забудьте подписаться, а мы с вами смотрим, что же было в прошлой серии. И вы помните, кто на нас напал? Это был Джестер, этот Джестер из официального Garden of Bonbon. Нам разработчики сами показали его на листочке в конце. А здесь, ребята, создатели геймплея воссоздали его, и вы посмотрите, насколько он криповый, ребята, и он может менять свою форму. Это странный монстр, который относится к монстрам растения, и он может создавать лианы, всякую всячину. Короче, ребята, сейчас мы с вами убегаем, нам помогает Ханки Джейк, это гигантская розовая обезьяна. Кстати, это еще один добрый персонаж, и вы посмотрите, Джестер его отмутузил! Кстати, в этой серии появится ваш любимый тренер Пиклз. Естественно, ребята, мы должны будем убежать. Смотри. Он спрыгнул. И поначалу я подумал, что он погиб. Но вы посмотрите, он раздвоился. И он превращается в странное растение. Тренер Пиклз нам помогает, и мы пытаемся свалить от него, ребята. На этом закончилась прошлая серия. А теперь, что же будет дальше? Если вы ждали, обязательно поддержите видосик лайком. Итак, Джестер пытается нас преследовать. Перед Джестером мы сражались против Чабатаки Табатаки. Это гигантская такая черепаха-хамелеон. И смотри, Джестер реально не отступает. Кстати, я в шоке от этих геймплеев, потому что здесь такой экшен. Подожди, что случилось? Мы нажали квадрокоптером на кнопку, и Джестер провалился. Смотри, открылись. Это тот самый коридор, где была огромная куча дверей. Посмотрите, одни двери открылись, и Джестер туда упал. Интересно, он сможет оттуда выбраться? Он выбрался так быстро! Я не знаю, что у него за способности, но он крайне быстро выбрался, буквально за несколько секунд. На нафиг! Вы видали этот красивый удар? Ханки Джейк просто, ребята, смотрите, вылетает и вот так из-за угла. На, просто смотрите. Просто, ребята, с правого, ребята, хука пробивает ему нафиг. Его унесло. Блин, мне интересно, что же будет с Ханки Джейка, потому что Джестер уже вернулся? Что? Через несколько секунд. Так. Он в этот раз перепрыгнул, то есть опять на эту же ловушку, второй раз он не попался. Он перепрыгнул двери, которые мы нажали квадрокоптером. А вот Ханки Джейк опять поймал его на хук, ребята, смотри. Опа, ребята, второй раз, ребят, просто вынес его нафиг. Опять перепрыгивает, да боже, он просто какой-то непобедимый. Он просто какой-то безумный, он постоянно пытается нас преследовать. Еще одну. Мы не успеваем, он уже догоняет нас слишком близко. Пожалуйста, тренер Пиклз, ускоряйся, давай, двигай своими слоновьими ногами. Так, Ханки Джейк, ну слушайте, от хука Ханки Джейка никто не уворачивается, реально. Он бьет просто 100% попадает в цель. Так, гигантский... Опа-ча, ребята, кнопка на гигантском столбе, похоже на столб от крана. И мне кажется, что сейчас что-то будет очень... Офигеть, мы скинули на него... Подожди, что сказал нам тренер Пиклз? Секундочку. Отличная попытка, говорит. Все, мы пробрались. Мы свалили? О, смотри! Что? Здесь, ребят... Вы помните, это кто? Подожди, а почему длинный Виктор теперь рядом с ним, и он маленький? Он стал добрым? Мы же его победили. Или, возможно, это Росточек? Стой, мне кажется, или это отсылка на... Я есть Грут? Серьезно? То есть, когда его побеждали, он становился маленьким и опять восстанавливался, и теперь он стал добрым? Так, он говорит, возьми карту. И нам нужно сюда. Ой-ой-ой. О, нифига себе, вы видали этот? Вы видали его размер? Это был Джестер-гигант? Так.
Сейчас мы узнаем продолжение. Кстати, да, это следующая серия. Я обещал, сегодня будет 4 крутейших серии, которые вы ждали, ребят. Так, мы взяли карту. Доктор есть. А-а-а, в этот раз мы не сразу пошли. Смотри, мы дождались тренера Пиклза. Он пошел впереди нас. Хорошо. Доктор пошел. А где длинный Виктор? Он остался там? Там еще Ханки Джейк с нами. Блин, мне не нравится. Мне не нравится это. Мы пытаемся перейти. Так, Ханки Джейк прыгает. Он реально прыгает. Слушай, он просто перепрыгнет сейчас весь этот мост. Вот он! Вот! Посмотрите на его размеры! Мне кажется, что он реально больше даже, чем Стингер Флинн. Вы помните третью часть Банбана? Я просто в шоке. Смотри, он схватил весь этот мост. Ханки Джейк нас хватает. Выкидывает нафиг, а сам... Ребята, смотри, он реально вцепился в глаз гигантского Жестера. А как Жестер так сильно вырос? Он же получает... Или подожди, он может контролировать рост всяких растений и свой тоже? Так, мы наживаем какую-то аппаратуру. Смотрите, доктор Флибипант, он переносится сюда. Там сверху еще тренер Пиклз. Спрыгнул. Ханки Джейк, нет. Что? Вы это видели? Он скинул нас, а Ханки Джейка сожр... Это кто? Ребята, это новый персонаж Садсет. Он хороший или плохой? Погодите-ка. Правила транспортера. А, будь тихим, повтори правило номер один. Короче, нам нужно постоянно быть тихими. Так, и где мы сейчас оказались? Посмотри, сколько здесь лифтов, ребята. Просто бесконечное количество. И здесь живет тот самый Садсет. Грустный Сет. Ой-ой-ой, это был ш... Нифига себе! Подожди, это Стингер Флинн? Это Стингер Флинн? Или что? Офигеть, ребята, посмотрите на размер этого Садсета, ребят. У него щупальцы, как у Стингер Флинна, только Стингер Флинн это медуза, а это, скорее всего, какой-то осьминог или что. О-о-о, погнали продолжение. Это мы помним, это мы сами видели. Да, мы пытаемся выбраться здесь. Нас просто отмудохали немножечко, конечно же, Джестер здесь. И мы попадаем в ту самую локацию, которую только что видели. Это грустный Сет. Ну, так его, по крайней мере, зовут. Мы должны быть тихими, но, как мы понимаем, вот эти транспортеры сами по себе тихо не передвигаются. Так, подожди, мы активируем. И у нас есть три направления, лево, право или прямо. Так, погоди. Мы должны были тихо управлять, чтобы не врезаться. Мы врезались. Мы врезались. Я понял, нужно было стрелкой уворачиваться. 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 Блин, мы все равно касаемся немножко. Короче, нужно уворачиваться и доехать. Потому что если мы не увернем... Давай, давай, давай. Вправо, вправо, вправо или влево. Тихонько. Вправо. Нет. Там еще. Там еще тихо. Он пока нас не услышал. О, пока что нас не услышал. Врезались. Все-таки врезались. Нам габелла. Ребята, нам габелла сейчас. Это просто все. Сейчас он вылезет. Где он? Где-то здесь. Вот его одна щупальца. Но если это осьминог, у осьминога же тоже щупальцы, правильно? У медузы щупальцы, у осьминога тоже щупальцы. Или у осьминога как-то по-другому. Короче. Минус один лифт. Он пытается нас найти. Смотри. Нифига себе. Минус два лифта. Или он пытается подняться из бездны, ребята. Он нашел упор. Поднялся. На нафиг, беги, давай, 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 давай. Пытайся свалить отсюда. Смотри, он просто обрывает все лифты. Тут еще, если не угадаешь правильный лифт, он тебя скинет. Быстрее! Быстрее, так, давай, тихонько, тихонько, тихонько. Сколько нам еще бежать? Мне кажется, эти лифты здесь... 500 огромный! Если наша медуза Стингер Флинн была более-менее хотя бы странная, не пыталась нас убить, она пыталась нас подставить, то здесь, ребята, совсем по-другому. Он пытается сожрать нас. Скидывает лифты постоянно. Опа, погоди, я кого-то убил. Это кто? Это новый персонаж? Это новый персонаж? Ребята, это же Смайли Милли. Да,
Посмотри, какой милашка. Посмотрите на него! Эй, что ты здесь делаешь? Кстати, интересно, я не в курсе, он хороший или плохой? Ребята, это будет следующая серия, которая еще не вышла. Напишите, если вы знаете, это хороший персонаж или нет. Смайли Милли его зовут. Улыбающийся. Кстати, улыбку мы его не видели. Возможно, она у него жуткая. А теперь продолжение другого геймплея, где тоже на нас пытался нападать Жестер. Тут же у нас был Чаматаки Таматаки, который уронил золотую броню черепахи. Она нужна была для дальнейшего прохождения, потому что в прошлой серии мы нашли место, где нужно положить несколько вещей. Мы нашли цветок Джестера. Мы подобрали сейчас панцирь Таматаки Чаматаки. Я не знаю, для чего мы собираем эти вещи, но я думаю, что нам раскроют секрет. И мы теперь возвращаемся из этой локации, где в прошлый раз проходили квест. Опачи! Это Лаз или Лейс Кэт, я уже не помню. Он был 100 серий тому назад. Говорит, мы его встретились обратно. Ага. И что? И зачем ты здесь нужен? Так, там темно. Здесь лифт. Или... Что ты хочешь, кот? Что ты хочешь? Я готов тебе помочь. Я могу вернуть тебя, если ты поможешь мне. В смысле поможешь? Залезть на него! Мы смогли залезть на него! Офигеть. Так, погоди. И мы сейчас вместе с этим кошарой куда-то едем. Я пока не понимаю, куда. Мы опять на этом лифте перемещаемся между станциями. Новая станция с филетами дверьми. Это станция, ребята, это станция, локация, где живет Джестер. Потому что здесь все в цветах. Вы помните, здесь мы были? Да-да-да-да-да-да-да, смотри. Смотри, это место, где мы поставили цветок на Джестера. А здесь есть картинка Таматаки Чаматаки. Справа какой-то пришелец. Кстати, мы подобрали сейчас панцирь. И по идее должны поставить... Да, да. Ты должен взять помочь мне, потому что нужно найти скоро подъемник. Какой еще подъемник? Так, ребята, мы должны вернуться на подъемник. А почему мы кота оставили? Это что за кнопка? Это что за гигантская... Нифига себе. А-а-а! То есть, чтобы переместиться, на кнопку нужно наступить. Смотри, он сейчас наступит. Он наступил. Удачи тебе, говорит. Он наступил на кнопку, чтобы нас отправить. То есть, по-другому подъемник не работает. А как мы должны были помочь этому коту? Я пока не сильно разобрался, но мы перемещаемся. Новая локация. Какого-то голубоватого цвета. Так, только не говорите, что подъемник сейчас уедет. Разбросанные вещи. Это кто такой? Это Газер. Подожди, Газер сказал. Это наблюдатель. Это Токси Газер. Подожди, что он? Очень странный. Когда у вас есть два рта, вы едите здоровую пищу гораздо быстрее. Офигеть, у него очень странное тело и очень... Там кто-то наблюдает за нами? Алло! Надеюсь, он добрый? Я надеюсь, что в этой части геймплея он будет добрым. Так, мы поднялись в комнату наблюдения. Так, какие-то ДНК, какие-то эксперименты. Два активатора. Первый. Нифига себе! Нифига себе! Что ты здесь делаешь? Быстро уходи, потому что будет поздно. Подожди, Ласкат это... Подожди, что он сказал? Следуй за мной. Ласкат предатель? Я немного не понял, что происходит, но это просто жесть. Ребята, будет продолжение, которое мы с вами посмотрим в следующей серии, поэтому обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и всем покедова! С каникулами!